Слишком часто в последнее время Анна Седокова, в которую то и дело летят камни со стороны коллег и недоброжелателей, откровенничает о своей личной жизни. Певица готова к тому, чтобы снять фильм о домашнем насилии. «Женщина не должна терпеть унижения», заявляет Аня. По этой причине я ушла от первого мужа своего, хотя он не избивал меня физически, он уничтожал меня морально. Я чувствовала себя полным ничтожеством. В новой работе знаменитость расскажет о своем мире, в котором ей пришлось оказаться, сбежав от мужчины. В нем ты одна сама за себя. Но ты через какое-то время становишься свободной. К слову, эту тему Аня хотела поднять и в новом клипе «На воле», но режиссеры ей запретили. Теперь же звезду не остановить. Если я могу изменить хоть одну жизнь, я к лучшему, я буду ее менять.